Сегодня в Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования состоялся семинар на тему «Современные проблемы охотничьего хозяйства в Жамбылской области и пути его решения». Участники мероприятия обсуждали пути по охране, воспроизводству животного мира, устранению экономической нецелесообразности охотничьего хозяйства, а также разработали план его развития в области. За последние десятилетия в области осуществлена модернизация охотничьего хозяйства в новых социально-экономических условиях. Проведено межхозяйственное охотоустройство. В 2017 году выделено 46 охотничьих хозяйств. С докладом выступила кандидат сельхозхозяйственных наук Андия Серикбаева. Она предложила участникам симпозиума несколько вариантов развития в нашей области охотничьего хозяйства, среди которых искусственное разведение животных, а также дичеразведение. Презентовала разработку типизации охотничьих угодий в Андасайском природном заказнике. Испокон веков было ведение охотничьего хозяйства, оно вводило, то есть в себя вводило то, что направление должно было быть одно. Мы занимались мореловодством, одно хозяйство занималось ведением, то есть размножением, ведением и выращиванием одного вида животных. На сегодняшний день это не перспективно, это не рентабельно. Поэтому мы показываем новые подходы, то есть ведение охотничьего хозяйства наряду со многими побочными еще использованием. Многие виды можно собрать в одно ведение охотничьего хозяйства, для того, чтобы хозяйство было рентабельно, чтобы оно получило прибыль. Наша основная задача – это получение прибыли. То есть оно должно быть экономически выгодным для того же самого управляющего и для населения.